7 лет, короче, мы покидаем Нью-Йорк и улетаем во Флориду. В музей анимации. Это Дисней, в общем. Ну, вы знаете. Короче, я даже не знаю, как это объяснить. Все пахнет очень вкусно, как будто какая-то вишенка. Так или иначе, здесь здорово вообще. Полите, да, видели сзади меня? Там всякое разное. Это как рисуются персонажи, как они рисовались. Блин, клево. Боже, я эти морды, по-моему, лет 10 не видел. Ё-моё. Как это круто вообще, блин, здесь все почти персонажи, там русалочка, это Хадсон, это Молния Маккуин почти, это рыбы, это из тачек тоже, это Король Лев, а это, боже, ну в общем вы видите, то что здесь дофига всего. Я правда не знаю, откуда эти курицы нарисовались, ну хрен его знает, это мои фанаты, наверное, нет, это мои хейтеры, также орут постоянно, что-то там. Всякое, что-то им не нравится. Снимай Майнкрафт, давай быстрее. Кровать не туда поставил. Что ты делаешь? Я не знаю, что это такое, но это выглядит просто супер. А, это просто магазин, что я туплю? А, сейчас я просто гуляю по комплексу, который здесь находится. В общем, здесь на самом деле несколько комплексов рядом. И Диснейленд, это оказывается не парк, как многие могли думать, а прям небольшой город развлечений, я вам говорю. Вот здесь я вот только что пришел вот к тачкам, вы видите, да? Это Хадстонс, а нет, шериф стоит, шериф, ты здоров, шериф. Поздно ночью, ты что не спишь, иди домой. Вон даже этот, как его? Cozy Cones, помните, как в мультике, блин, это так круто, и это все в виде отеля, на самом деле, сделали. Я сейчас нахожусь в комплексе Король Лев, да, прикиньте, вообще охренел, я там живу, да, в пещере живу, прикиньте, ну там, типа, отели под виды пещер, там, потом, Амазония какая-то, извиняюсь. В общем, на самом деле, здесь круто очень все сделали. Радиатор Спринг, я про Радиатор Спринг, бля, смотрите, ребят. Это вот эта вот башня из шин. Короче, вот это вот все по мотиву мультиков сделали. Это же супер, на самом деле, для детей. Вы представляете? Ладно, мне кажется, я слишком далеко захожу. Вон там кто-то может увидеть, там этот стоит, как его, Рамон. Офигенно, да? Вот эта штука крутится. Ха, клево. И там вдалеке эти конусы. Ну ладно, я думаю, то, что я сейчас пойду к себе, потому что завтра надо рано вставать, а уже 12 часов ночи, как-никак. Я еще обязательно пройдусь и посмотрю, что там да как вообще происходит. Потому что самому уже интересно. Блин, покиньте, это же вот ребенку был, все это смотрел, да, по телевизору. А тут пах, и здесь оказался. Тихо, прикиньте, кролика нашел. Я кролика нашел, ребят, смотрите, вот он. Он прям здесь, он не боится. Он вот в пару шагах от меня. Я могу почти на него наступить. Я не знаю, как он здесь оказался. Дайте поближе приблизимся. Тихо, стоять, пожалуйста, стой, я тебе спрайтом угощу, ах ты мразь, подожди. Ладно, пусть гуляет. Их несколько здесь, их целая толпа. Люди смотрят на меня, как на идиота, но они не понимают суть того, то, что здесь происходит. Короче, он убежал. Ну ладно, короче, шериф, спокойной ночи, я тебя люблю. Увидимся, наверное, когда-нибудь. У него фары даже горят, блин, здорово же, да? Так, Радиатор Спринг. Я покидаю и возвращаюсь в свою пещеру. Короля Льва, нахрен, вот так вот. У меня опять попить кончилось, я опять пришел сюда с добавкой. Капец, да, 12 часов ночи, нормально. У меня пипец вид убогий, боже мой. Что нахрен вообще происходит со мной? Вообще, говорю, 12 часов ночи, все жрут, там кто-то бухает вон на улице, да, нормально. Вон пожрать идут бесконечные. Ну да ладно, я пойду спать, потому что завтра утром мне рано вставать. По-моему, я это где-то говорил. Смотрите на это искусство, это же офигенно. Столько картин вы бы знали. Ну, потому что я нахожусь в блоке артистического дизайна, между прочим. Да. Здесь много очень разных блоков. Все идут на лифте, а я пойду по лестнице, потому что хрена ли. Я что, ленивый что ли здесь?
Ну и плюс второй этаж, как бы. В общем, я только что видел три азиатки в костюме Минни Маусов, шли такие все убитые, как будто их, я не знаю, заставляли работать целый день. И я офигею, что может Диснейленд с людьми делать. Капец, никого нет, пустота вообще. Посмотрите на эту красоту. Я слышу, кто-то идет, тихо. Я вышел на лестницу подышать немножко, хотя здесь духота вообще, воздуха даже нет. Смотрите, использовал лайфхак, чтобы дверь не закрылась, потому что если она закроется, мне придется опять весь нахрен отель бегать по новой, 10 минут тратить. Смотри, он что-то говорит по скайпу с кем-то, ни хрена он по скайпу с кем-то говорит, а я не говорю ни с кем по скайпу, потому что я с вами говорю, о. Короче, здесь на самом деле здорово вообще, ребят. Вообще, я тащусь. Потом, ну, к сожалению, то, что ночь, что-то, блин, дождь пошел, вот этот мародерский. Вообще, нахрена дождь пошел? Будет завтра лучше, завтра будет солнечно, буду там снимать. Поэтому сегодня, спокойной ночи, я пошел. Уж негра утопить, а? Даже шучу, не, я что, дурак. Посмотрите, как там красиво, а? Вид неплохой, между прочим, да? Красота неописуемая. А он, по-моему, стоит те две чиксы, которые пытались ко мне подкатить. Я не знаю, если я их замечу. Но заметил. В общем, черепашка из Немо. Кстати, это следующий блок. Немо — это следующий блок. Но я там... Но мы не там. Мы в блоке Короля Льва, короче. Ладно. Срать. Скреплю своей подушкой. Спокойной ночи, дорогие друзья. Я пошел спать. Я устал. Завтра рано вставать. Где-то мы это все уже слышали. Вообще, нахрена вставать такое раннее время? О, я не знаю. Я бы поспал еще лет 5, наверное. А, привет, ребят, в общем, пока у меня силы остались, еще только что пришел, охренеть, так жарко, голова болит, хотя погуляли, было весело, но не суть. Пока я здесь в комнате, я бы вам хотел рассказать, что здесь и как вообще происходит, потому что интересно, вы что? В общем, снаружи двери стоят такие специальные устройства. Вот они, короче. К ним прислоняетесь вы браслетом, который вам выдают. Вот браслет. Кстати, на эти браслеты, я только что прочитал, на эти браслеты ушло около 1 миллиарда долларов. Инвестирование, вы прикиньте, это же жизнь. Но мне кажется, то, что они того стоят, потому что очень много возможностей с помощью них купить еду и на аттракционах покататься, и вход в гостиницу. Это же вся система, короче. Как-то она должна была создаться, и она работает. Поэтому это здорово. В общем, выходишь, ты тупо выходишь. И отели, короче, специального дизайна. Так как я нахожусь в блоге, ко мне постучались, занесли, короче, чистое одеяло, охренеть. В общем, ладно, так как я нахожусь в блоке Короля Льва, тут все под этот стиль, весь дизайн под этот стиль, как вы можете заметить. Вообще, здорово, та птица, помните, которая орала постоянно? Блин, даже тумбочки, ковер, весь ковер, это супер, жирафы. Я до сих пор помню, когда песня шла, вот они появились, там танцевали, и все в таком духе. Давайте откроем окошки, посмотрим, что здесь находится. Вон, как можете заметить, там уже блок Немо. Кто смотрел Немо? Я не смотрел, поэтому не знаю. Вернемся опять к нашему дизайну. Ну, офигенно здесь все просто сделано. Мне нравятся эти стулья, или что это, боже мой, я не знаю даже, что это. Акуна Матата, как барабан, в общем, можно поиграть, если хотите. По телевизору там, по-моему, 10, 500 миллионов тысяч каналов этих Disney. Мультиков просто до хрена. А вот и ванна. Тоже под этот стиль. А это я. Добрый день. Все так приятненько, чистенько. Фен нахрен, фен. Видели, как телефон? Я хотел позвонить сначала, а потом думаю, вы что, мудак, что ли? На ванне здесь Тимон с Пумбой. Пумба, конечно, Пумба наш друг. О, я свет выключу. А что так темно? Включите свет, я запутался. Вот, закат в ванной, прикиньте, вот ты лежишь, короче, в ванной, и такой закат, и такой, блин, сейчас бы уснуть, уснул, такой умер, нечаянно захлебнулся, ну, все бывает. Покрывало принесли, я их нахрен сейчас уберу, потому что там еще кое-что показать надо. Ух. Короче, вы думаете, то, что это такое, шкаф, типа, нет, это не шкаф. Думаете, это стол? Ну, почти стол, да, это стол иногда. Но можно взять и нахрен. Вот так вот потянуть, и потянуть, тяжело, капец. В общем, та-дам, кровать нахрен. И такой спишь на кровати, и здорово вообще. И там спит отец. А, нет, это сам Симба уже вырос просто. Какой жирный, здоровый, там звезды, ночка. А, что я вам не показал, да-да-да. Вот здесь, короче, такая штука.
включается, и тут подсветка горит. Ночью вообще просто офигенно. Давайте-ка я свет выключу. Блин! Шторы нахрен закрыть. Не смотрите на меня, я люблю жить в темноте. Темнота, друг молодежи. Утром хрен разбудишь, ночью хрен найдешь. В общем, вот так. Здорово, да? Ну, блин, мне кажется, вообще супер. В общем, я думаю, все по поводу гостиницы, так быстро пробежался. Вот такие вот замечательные гостиницы, а если вы находитесь и в других блоках, то они выглядят по-другому, и там дизайн другой, в общем. Поэтому это всего лишь небольшая часть этого. Я постараюсь в ближайшем времени все-таки взять камеру с собой в этот сам магический замок. Я недавно возле него был, блин, на самом деле так круто. Все прям твои детские, знаете, воспоминания, ностальгия. И эти все чувства, ну просто супер, ребят. Моя маленькая детская мечта, можно сказать, воплотилась. Вот так вот. С утра я пойду завтракать. Что-то убираю там, короче, я выйду через запасной выход. Ух, ветерочек хоть как хорошо, блин. Вот здорово. На побережье вроде бы никого нет, как вы можете заметить. Там вот мостик. Я не знаю, не совсем уверен, куда это все ведет. А, да-да-да, там другие тоже отели стоят. Но мне не туда, мне надо покушать, я ничего не ел. Я вчера такой... А, давайте я сниму. Вчера, короче, такой день был жестокий. Мы покатались, я пришел, было очень жарко, очень. Солнце Флориды напекло мне голову, я отключился. После того, как сразу пришел в отель. В отель я пришел где-то в 6-6.30. Я отключился, просыпаюсь, смотрю, 1:30, короче, ни хрена себе. А я также в одежде уснул, просто как упал такой мертвый, так и лежал. Потом проснулся, в душ сходил, и вроде бы спать не хочется, а уже 2-3 часа ночи. И я пошел, прогулялся, думаю, хрен или нет, и все, в таком духе. Сейчас я позавтракаю, и мы поедем в другое место. Короче, это и есть мой весь завтрак. Я знаю, выглядит смешно, но это и все. Я больше ничего не могу взять. Магия. Я же в Диснейленде. Короче, я приехал куда-то в другое место. Видите, там шар огромный. Я его не вижу. Офигеть, как вообще видно. Где он? Короче, здесь круто. Ну и жарко немножко. Ну круто. Я сейчас нахожусь в месте, где разные-разные рестораны разных-разных стран. Там, я так понял, вроде что-то наподобие Турции или Ирана, или Ирака, я не знаю. Там, похоже, Китай, там Великобритания и, в общем, блин, здорово. Ацтеки, что ли, или майя, хрен его знает, что-то наподобие такого. Офигенно. Нифига себе. Офигенно, вы это видите? Блин, здесь супер, а? И вот так вот в каждом здании, представляете? Происходит, смотрите, птички какие-то. Птички глаза вылупили, охренеть. Столько всего всяких сувениров. Я бы, кстати, все нахуй скупил, если бы мог. А, вот это вот супер, вот откуда это все идет. Здесь даже есть пони. Пони какой-то, правда, огорченный. Первое здание мне уже понравилось. Здесь их будет очень много, между прочим. Да. Выпьем за любовь. А, короче, мы только что, оказывается, познакомились культурой, потому что это все насчет Мексики было. И сейчас мы направляемся, я даже не знаю, куда мы направляемся, просто направляемся куда-то. Ребята играют, ребята красавцы вообще. Смотрите, сколько еще всего вот этого вот обходить, это же надо, это вот по берегу всему, блин, столько идти, ну столько всего интересного, что будет впереди. Погнали! Короче, мы пришли в Норвей, это дом, где рождался Frozen. О! Чувак.
Блин, я подумал, это на меня там матерятся, говорят, не иди в эту сторону. Я такой, не понял. Ну, все-таки, блин, клево здесь. Я еще внутрь, правда, даже не зашел, но уже здорово. Здесь даже растения на домах растут, на некоторых. Это же супер просто. О, водопад. Видели водопад? Мини-водопад. Офигенно. Купаться бы. На самом деле, очень жарко, я бы сейчас окунулся куда-нибудь. Ну это потом, когда в гостиницу приду, там бассейн и все на свете. Блин, вот бы я себе такое платье купил, я бы на него на бал пошел. У меня, кстати, бал будет в конце этого года. Как настоящий мужик с таком долбом все. Че, давайте станцуем, Вася. А ну-ка, дай за штуку подержусь. Ух ты, какая штука, жесть. Какие бесстрашные утки. Смотрите, у нее татуировка, короче, офигенная, да, синяя. Может, она просто натюнинговалась. Hello. 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 О-хо-хо, нифига себе. Здорово, братан. Это моя одноклассница. Кому-то на лицо побрызгали одеколоном. У каждого работника Диснея есть значок с его именем и с местом, откуда он прибыл. И, в общем, пару из них я заметил то, что они прибыли на самом деле из там Скандинавии. Ну, не из Скандинавии. Скандинавия это старое название. Из Норвегии, я так понял. Норвей. Да, Норвегия. Че я туплю? Че, ребят, приближаемся к Китаю. Точнее, уже здесь. Это же музыка специфическая играет. Офигенно. Чайку хотите? Вау! Супер! Погнали внутрь! Вот это красота! Сколько работы! Я не понимаю, почему здесь никого нет. Во всех, значит, других зданиях все есть, а здесь никого нет. Вау! Это же тысячное войско! Смотрите! Ну, это мини-версия, конечно. Это не настоящие ребятки, но... Все-таки туда нельзя почему-то. Тут закрыто, не дают пройти. О, это Конфуций. Конфуций здорово, левой рукой никто не здоровается, поэтому сори, братан. Необычным путем я все-таки проник. И вот я уже близко-близко, еще чуть-чуть могу дотянуться до его головы. Смотрите, кто-то, короче, недовольный, а кто-то довольный. Веселые ребята. Кто-то на картах сидит. Вау, смотрите. Смотрите, мне что-то неинтересно здесь. Давайте пойдем в другое место. Damn, son. Короче, ребят, как вы поняли, в каждом блоке есть рестораны. Это обязательно, потому что надо попробовать национальную еду. Также есть разные сувениры абсолютно различного вида. Есть одежда, есть много-много чего, ребят. Соответственно, все, что связано с культурой определенной. И вот... смеется. О, панды. Вот, если хотите стать Брюс Ли, приезжайте сюда, покупайте одежду. И может быть когда-нибудь вы поймете, что вы не Брюс Ли. Блин, офигенный, я бы купил, если честно. Было бы здорово. О. Настоящий отморозок. Это костюм китайского отморозка. Вау, осторожно, легкая эротика. Уф. Все, почти китаец. Теперь бы еще язык выучить. Вообще офигенно было бы. Ладно. Все, спасибо, братан. Погнали в следующее место. Короче, ребят, вот это вся карта, где мы были. Вы видели этот огромный шар для гольфа. А потом мы прошли, собственно, из центра вот сюда. Пошли к Мексике, потом к Норвегии, потом прошли Китай только что. И сейчас направляемся в Германию. Там дальше Италия, американские приключения. Что за бред? Япония, Марокко и Франция с Великобританией и Канадой. Все, погнали, короче, погнали.